Это район автовокзала. В прошлом году здесь вскрывали асфальт, чтобы добраться до водопровода. Подрядчик постелил новое покрытие, однако со временем асфальт начал проседать. Сейчас полотно укладывают заново с восстановлением дорожной разметки. В городском управлении ЖКХ уверяют, претензионная работа ведется постоянно. Это поручение главы, мы сейчас активизировались. Все ордера, которые выдавались, да, сейчас просматриваем, где есть просадки, недочеты, то в карантинный период направляем претензии. Большинство подрядчиков относятся с пониманием то, что они сделали, как бы с ними общаешься, переговариваешь, и они выходят, также исправляются. Кто не относится к этому нормально, то, естественно, претензия и выход с исковым заявлением в суд.